Сезон кабачков начался, а значит самое время порадовать себя обалденным рулетом. Ты подпишись, а я расскажу, как сделать. 500-600 грамм кабачков натираем на среднюю терку, посыпаем солью, шамкаем и отправляем отдыхать минут на 5. Для начинки нам понадобится натереть 2 сырка дружбы. Добавить туда зубчик чеснока, добавить 2 ложки сметаны и немножко зелени. Тщательно перемешиваем и отправляемся снова к нашим кабачкам. Кабачки необходимо очень хорошо отжать. Добавляем 2 яйца, столовую ложку сметаны, 4 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу и тщательно перемешиваем. Выкладываем нашу массу на противень, аккуратно распределяем и при температуре 200 градусов отправляем выпекаться 15-20 минут. На кабачковый лаваш выкладываем нашу начинку, аккуратно распределяем ее. Выкладываем помидорки и закручиваем наш рулет. Получившийся рулет заматываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник, желательно на ночь. После того, как наш рулет пропитался, нарезаем его и пробуем. Приятного аппетита! Громовки, как всегда, в комментариях или в моем телеграм-канале. Ссылка в профиль.